Всем привет! Сегодня я буду готовить пирог с пастой ригатони. Итак, что нам для этого понадобится? Мы уже заранее отварили такие вот большие макароны. Это очень важно, они должны быть такого размера, такой вот формы. Тертый сыр и фарш. Лук, чеснок и два болгарских перца, красный и зеленый. И томатная паста. Первым делом нарезаем овощи кубиками. Осталось нарезать чеснок и луковицу. Сейчас я буду готовить соус, и для начала я обжарю фарш на сковородке с маслом. Высыпаем фарш и обжариваем. Нам нужно посолить и поперчить. Перемешиваем. Когда фарш практически готов, добавляем все туда заранее нарезанные овощи. Тщательно перемешиваем. Пахнет уже, кстати, очень вкусно. Вы можете добавить свои любимые специи. Теперь добавляем томатную пасту. Добавляем немного питьевой воды. Все перемешиваем. Накрываем крышкой и оставляем тушиться. Соус готов, и теперь нам нужно сделать нижний слой из соуса. Тоненький слой. Это будет как основа нашего пирога. Теперь маслом нам нужно смазать бортики, чтобы ничего не пригорело, так как там будут макароны. Мы все смажем. Но сейчас самое интересное, будем выкладывать макароны. И все, теперь делаем верхний слой. Поверх макарон таким вот образом, чтобы сок поступал в каждую макаронину, в каждую трубочку. Кстати, я уже поставил разогреваться духовку на 180 градусов. В конце посыпаем это все тертым сыром, чтобы у нас получилась сырная корочка или сырная шапка. Ну и теперь убираем пирог в духовку. 25 минут прошло. Такой пирог у нас получился. Сейчас будем доставать его из формочки. Смотрите, как круто получилось. Сейчас будем дегустировать. Вот такой красивый и вкусный пирог у меня получился, а главное оригинальный. Так что подписывайтесь на наш канал, готовьте, комментируйте. И еще у нас есть другой канал, ссылочки все в описании. Еще есть сайт, короче, везде подписывайтесь. Будьте в курсе всех событий. Готовьте с нами и всем пока!